Но вот никакой в тебе хитрости. Тоже мне благородный рыцарь вышел на такую вражину с открытым забралом. Михалыч, если бы я был уверен, что он враг, я бы себя по-другому вел. Но пока мы с ним не объяснились, пока не поговорили нормально, он для меня остается другом и коллегой. Может, это я не прав, может, я ошибаюсь. Все, иди на вызов. Не могу тебя видеть, дурака. Скорее, у него опять приступ. О, Матвей, релаксант, быстро. Что давал? Зипам не помогает. Ноги держи. Саша, Сашенька. Держи, руки держи. Руки держи. Тихо. Ну что, готово, нет? Готово. Вовка. Учись, студент. Все? Задышал? О, Инна. 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 Коньяк. Инна, коньяк. Инна, в больницу. Крови своей попей. Там столько алкоголя, сразу похмелишься. Иди сюда, поговорим. Иди. Артем, я на тебя потратил 2 года. 2 года? И что, ты даже не можешь судорожный синдром определить у пациента? Александр! Что, Александр, ты его чуть не угробил? Если уже променял пациентов на клиентов, будь добр, работу свою делай, хорошо. Да пошел ты. Что ты сказал сейчас? Я сказал, что не надо меня тут учить. Тоже мне святоша нашелся. Слушай, я не святоша и прекрасно это знаю, но за то время, что мы с тобой работали, я тебе ни разу не дал повода усомниться, что для меня жизнь пациента всегда и везде, на первом месте, всегда. Ага. Что ага? Только я своей личной жизни тоже не забывали. Что ты имеешь в виду? А когда ваша жена в аварию попала, и вам справка нужна была, кому вы обратились? Забыли? Ко мне. И я вам ее в нарушении всех правил выписал. Так что не надо тут проповедничать. Вы ничем не лучше меня. Олег Александрович, у вас все нормально? Идите, учите студентика своего. Ну что, куда мы теперь? Не знаю, жрать что-то охота. Значит, на подстанцию. Не, не хочу никого видеть, не надо на подстанцию. Ну мы же там должны обедать. Да ну их нафиг эти правила, фигачишь без остановки. А что в итоге, бутерброд с колбасой? Хочется горяченького чего-нибудь. Знаю тут одно место. И вкусно, и недорого. Вот поехали туда. Да. Все, Александр, приехали. Михалыч, что, друзья детства? Двойные пельмени со льдом? Здесь отличные пельмени. У меня здесь девчонка одна работает. Я ее когда-то от тюрьмы спас. Ну, там... Подожди. Алло. Дарита. Я понял тебя. Я Воль. Все, у нас 15 минут. Давайте в темпе. Нифига себе, я что, пеликан в рот положил и улетел? Привет, Лилечек. Здорово! Не ждали? Здорово. Привет.
Знакомься, это Олег, мой лучший друг. Лиля. Олег. А это Матвей, наш лучший фельдшер. Матвей. Привет. Ну, как жизнь-то? Идет. Идет? Ну что, проголодались? Угу. Нам 3 двойных ваших мотоциклетных пельменей, чай, кофе и... Чай. И чай. Ага. Ну-ка, отойди. Чай, кофе... 3 пива, и... воблы. И поживей давай, а то у ребят трубы горят. Ага. Уважаемый, я что-то не понял. Вы вроде так интеллигентно выглядите, а разговариваете, как будто из леса только вышли. Вас разговаривать не учили? Ты кто, скорая помощь? Михайлович, ну да. Ну так иди, тебе на дороге место уступают. Пойдем, Олеж, пошли. Идите. У нас 15 минут. Все, ребята, извините, у нас время. Ой-ой-ой, я боюсь. Ой, я же сказал. Занят столик, мужики. Я принесу. Мы смерти ждем, как сказочного волка, но я боюсь, что раньше всех умрет тот, у кого тревожно алый рот и на глаза спадающая челка. Иди, кушай. Че он сказал? Доверительно. О. Ваше пиво. Уважаемые, слышал, у вас трубы горят. Пивко любите? Пейте, яйцеголовые! Ты чё? Я... Вот это мы удачно зашли. Идите, ребята, сами. Уходим. Сами идите. Успокоились, Валя, вам счастливой дороги. Док! А? Не признал? Да нет, если честно. Авария. На Каширке. Не довез бы. Помер. Спасибо тебе. Да не за что. Олег, а ты говоришь, ради чего работаем? Вот человек подошел. Тебе благодарен. Будь добро. Бывай. О. Спасибо. Спасибо. Так, пинцет разобрали. Лен, капельницу выше. Барабаш, капельницу повыше. Ну ты чё такая рассеянная? Ты чё, влюбилась, что ли? Если меня, то я не против. Кристиночка, это ты дверь открыла, да? Угу. Выбила защелку? Мама не отвечала, вода лилась. Я испугалась и пнула дверь ногой. Понятно. Не болит? Что? Нога. Нет. Нас физкультуры отпустили, я была в кроссовках. Угу. Бинтов не было, я перевязала полотенцем. Молодец, все правильно сделала, умничка. Если я не нужна, я пойду бульон сделаю. Иди, иди. Ей сейчас силы нужны. Угу. Давай. Видите, какая у вас дочка хорошая. Моя на кухне только поесть ходит. Физраствор и крахмал 6%. Угу. Ну, что же вы делаете? Чего вам в жизни не хватает, а? Чего, лимузин не подали, шубы не хватило? Ну что? М? Муж? Погиб, да? Иди сюда. С
Слушай, по правилам должен оформить сейчас все как суицид, сдать ее в больницу, там мне навалится психиатр. Чего он ей будет говорить, поможет она ей, не поможет, я не знаю. Не хочу ее, на самом деле, то отпускать, так что я лучше здесь сам сейчас попробую как-нибудь с ней поговорить. А если вдруг вызов? Ну вот я тебе и хочу попросить, чтобы ты меня подменил. Конечно, Александрович. Я попрошу, чтобы тебе что-нибудь попроще там дала, ну там старушки с давлением всякие, что-нибудь такое, ладно? Хорошо. Справишься? Точно? Да. Ну, давай, собирайся. Все. Матвей. А? Я на тебя надеюсь. Конечно. Михалыч, поехали. Я Рите звонил, вызов есть. А Самара-то где? Я за него. А что ты на свое место лезешь? Иди на свое и не командуй здесь. Михалыч, поехали. Слушай, некогда мне. Эу, молодой и быстрый. Сейчас я Самаре позвоню и Риту предупрежу, чтобы не устраивала мне здесь. Можем поговорить? Знаете, я, конечно, не психолог, и я просто врач обычный. И я не очень люблю, я не очень умею разговаривать, но, может быть, вы мне расскажете, что там произошло? Может, я вам могу помочь чем-то? Может, вам легче станет, правда? Мама, я бульон сделала. Слушайте, дочь-то в чем виновата? Съешьте хоть пару ложек для приличия. Что вы изображаете, умирающая лебедь, из себя, а? Ой, какой вкусный. А мне принесешь? Сейчас принесу. Ну, попейте, попейте. Так, больной, ну что? На что жалуемся? Ой, спину прихватило. Ноет с утра. Не встать, не повернуться. Вообще-то врач это я. Ты? Я. Не верю. На фельдшер не тянешь. Мази какой-нибудь мне. Пожалуйста, пропишите. Сейчас. Вот видишь, Матвей, человек сразу сказал, на доктора ты не тянешь. Давай работай. Ну, как сказать, вот муж твой, который сейчас смотрит на тебя оттуда сверху, он точно смотрит, я уверен. Как ты думаешь, он радуется сейчас или грустит? Уверен, что он хочет, чтобы ты жила, любила, чтобы ты была счастлива. Ради себя, ради него, ради памяти его, ради дочки. Вашей дочки. Понимаешь? Жила. А где Кристина? Кристина на кухне. Кристина! Позвать? Иди сюда. Мам, ты ведь никогда так больше не будешь. Не буду, не буду, не буду, доченька, не буду. Прости меня. Ладно, я поеду, Вера. Если что, звони мне в любое время дня и ночи, хорошо? Спасибо вам. Да не за что. Кристин, пока. До свидания. Прости. Евгения Владимировна, можно к вам? Ну, вообще-то я уже домой собралась. Ладно, заходи. Да тут... В общем, вот. Это, ну, в общем, там написано все. Я пойду, у меня там вызов.
Что? Лена, я тоже очень переживаю. Но ты сама знаешь, Антонина Семеновна жаловалась на сердце. Она несколько раз вызывала скорую помощь на дом. Олег ее недавно осматривал и сказал, что там нет никаких показаний. Ну так... Так поехал бы Олег сам, а? Тем более, что бабушка его просила. А то, получается, я за Самару сделал его работу, еще виноват остался. Случился внезапный приступ. Я сделал все как надо, я реанимацию провел, как по учебнику. Не повезло. Такая у нас работа. Хорошо. Есть еще вскрытие, да? Вот оно и покажет, насколько я качественно сделал свою работу. Если я ошибся, я понесу наказание. Но вот так вот, знаешь, подозревать меня в чем-то – это несправедливо. Правда сделали все, что смогли? Правда, Лена! Правда. Михалыч. Михал. А ты с адресом не ошибся, нет? А когда это я ошибался? Нет. Да? Пойдем тогда. Я с вами. Че, один остаться боишься? А, за тебя, за дурака боюсь. Вдруг чего, так я подстрахую. Подстрахуй, подстрахуй. Ух ты! Не нашла! Чего, Михалыч? О, Господи, а? Ты видел? Что, ну что? Крыса. Ну, крыса, и чего орать? А ты знаешь, что они прыгают на 2 метра? Тихо, тихо. Ой, не нравится мне это место. Все. Есть кто живой? Или мертвый? Господи, защити, охрани. Михалыч, ты как в ментовке работал? А что? Бандитов тоже крестным знаменем пугал. Тихо. Да а что тихо? Прости дурака и нас вместе с ним. Квекунку эруин витохомину сива медицинам фактитанс. Это чего? Чего такое? А? Гиппократ, в какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного. Смотри-ка, студентика знает, молодец. В какой бы дом я ни вошел. Добрый вечер. Скорую вы вызывали? Знакомая. Привет. Что случилось опять? А? Дай фонарь. Самара, это же гепатитная. Вот мало чего, пошли отсюда. Ой-ой-ой. Привет. Что случилось-то, говорю? Где твой-то, а? Слышь? Половинка твоя, вторая, а? Говорю, где твой? Слышь? Дай фон. Самара.
Чего стряслось, расскажи. Я его очень любила. Мы когда заявление свое из милиции забрали, мы собирались в деревню уехать. Но он так и не решился. Где Самара? На вызове, наверное. Неправда. Я видела. Матвей один поехал с Михалычем. Быстро говори, где он. Быстро, быстро, я жду. Покрываешь своего любимчика. Отлично. Я считаю до трех. Иначе я лишу тебя премии. И отпуск будешь гулять в декабре, поняла? Итак, раз. Евгения Владимировна. Два. Ну, хорошо, он с больной остался, но там тяжелый случай, суицид. Он помочь хотел по-человечески, но потом на обратном пути Михалыч-то его заберет. Как только Самара вернется, сразу его пришли ко мне на ковер. Ну ты-то, а? Ты! Потакаешь своему любимчику. Не, ну нормально. Сама своего Самару избаловала, а я виновата, а я покрываю. Конечно, кто у нас крайний? Рита у нас крайний, во всем виноват. Конечно! Денег барыгам своим задолжала, мы с квартиры съехали, тут скрывались. А он в последнее время конкретно подсел, даже собаку мою за дозу отдал. Но он днем укололся, и 3 часа не прошло, а он снова к шприцу тянется. Я не выдержала, иглу забрала с ампулами, а его приковала к батарее. Ну, он слабый был, почти не сопротивлялся. А я ушла. А я не могла слышать, как он кричит. А когда вернулась, смотрю. Ну, я все сразу поняла. Я все же вызвала скорую. Все. Михалыч, отведи ее в машину. Вы можете идти? Пойдемте. Давайте. Матвей. Да? Пойдем. На улице ментов подождем. Это, Олег Александрович, можно я лучше тут останусь на всякий случай? На какой на всякий случай? Ну, мало ли что. На, как хочешь. Привет, Михалыч. Привет, Валер. Где труп? Да вниз по ступенькам, там наш парень дежурит. За мной. Да, Рита. Ну, пожалуйста, мне не привыкать. Пожалуйста. Райская жаждет моего тела. Ну, это не новость. Поехали на подстанцию. Нет, а все, смена-то закончена. Так что ты, Михалыч, отвези меня домой. Райское пение мы завтра послушаем. Правильно? Ну, как попросишь. Все, поехали.
Олешенька, мы тебя дождались. Привет. Привет. Привет, Лен. Привет. Какими судьбами? Я сегодня разговаривала с Сенцовым. Он мне все объяснил. Хочет с тобой встретиться. Позвони ему. Позвоню, хорошо. Ну, пейте чай, разговаривайте, а я булочки принесу. С корицей сегодня испекла. Ну что ты, неси, неси. Ну, как ты? Да нормально. У Райского была? Была, сдала анализы. Чего он говорит? Все решится через пару дней. Хорошо. Что хорошо? Хорошо, что решится. Будем надеяться. Ну да. Ты знаешь, я решила вернуться к Мите. Что? Ну, будем там предохраняться. Гепатит С, мало ли что. Лен, не начинай, пожалуйста. Ну да, конечно, не начинай. Прости меня, пожалуйста, Лен, ну... Правда, так будет лучше для всех. Я понимаю. Я все понимаю. Странная штука жизнь, да? Это точно. Тепленькие, угощайтесь. Я, пожалуй, пойду. Куда ты на ночь глядя? Сиди и не думай. У нас ночевать будешь. У нас места много. Без разговоров. Хочет. А я почем знаю? Ну, скажи, Рит, будь человеком. А я, Самара, не человек. Я диспетчер. Соскучилась, наверное? Да сейчас. Пошли. Так, первый день. В домашних условиях провел операцию на собаке, нелегально использовал наркотический препарат кетамин, издевался над пациенткой, при свидетелях назвал лохудрой, несмотря на личную просьбу, отказался выехать к пациенту, в результате чего тот скончался. Это он про Антонину Семеновну, да? Да. Вот сволочь, а! Ну и мелочи. Вымогал у подчиненного банку кофе. Ты смотри, какой скрупулезный, так. День второй. Скрыл факт суицида, злостно уклонившись от исполнения служебных обязанностей, подменил себя неопытным фельдшером в результате... Ой, все, Жень, хватит, а? Хватит. Да, в самом деле хватит. С меня хватит. Я начинаю должностное расследование, все. На это время ты отстранишься от работы. Не могу понять, а чего он так подставил-то меня, а? Ну, значит, ты его очень достал. Я? Да чем я его мог достать в сравнении с тем, как я себя сбарабашивал, я с ним просто панькой был. Слушай, а откуда он к нам попал вообще? Как? Ну как, вот как? Через кадры. Хотя нет, ты знаешь, Матвей, по-моему, рекомендовал Сенцов. Ах, вот оно что. Ну, теперь понятно все. Самара, куда? Самара, стой! 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 Стой, дурак! Я все знаю про Сенцова! Стой!
Что такое? Михалыч! Михалыч, держи! Дверь открой. Слышь, баран, дверь открой, давай поговорим. Да не бойся, слышь, давай поговорим, куда собрался? Стой! Из-за тебя каблук сломала. Чего ты бежал-то так? Может, объяснишь? Это вон Матвей обувь. Надень пока. Опа, а что у вас здесь случилось? А Лена где? Я не знаю, я же не сплю с подчиненным. Прекрати, Тамара! Ты чего? Прекрати! Все, все. Мужики, все, все. Ты че, Олег? Хватит! Тамара! Михайлович, срочно вызов, ДТП! Бегом давай! Олег! Срочный вызов, да ты... Ты чего? Ну?
Живой? Что болит? Что болит? Ой, ну что с тобой здесь? Привет. Так, Леночка, давай-ка ему, наверное, растворчик. Ага. Больно? Ну, а этого что здесь? Травматический шок, кости таза сломаны, грудина сломана, нога тоже сломана. Не понимаю, как он живой до сих пор. Иди напарником займись, я сам посмотрю. Ну ты чё, дружочек? Тампон, да, пробуешь? Готовь растворы. Поняла. Олег, а? Там у него машина валялась. Понял. Матвей, это твое? Подержи. Давно колешься? Понятно. Я... Что, тампон? Я ему шею. Угу. Шприц, как вы учили. Ну, умница. Молодец, ты жизнь ему спас. Говорят, дело плохо. Ботинки когда слетают. Я вообще в носках был. Михалыч, принеси что-нибудь тепленькое, а? Тихо. Ничего, ничего, выкарабкаешься, никуда ты не денешься. Александрович. А? Я. Чего, чего? Эй, эй, ты не уходи только, слышь? Матвей! Матвей! Эй, 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 давай, не уходи, слышь? Михалыч, быстро, носилки, бегом! Барабаш, на лабуфин. На лабуфин! Готовь. Ага. Черт, жалко будет, если умрет. Заявление придется порвать. Ты ублюдок! Что, поговорить хочешь? Давай поговорим на нашем месте, на Воробьевых горах. А сейчас делом займись! Игорь, ты что? Я почти поверила, что ты нормальный. Лена, не надо быть такой легковерной. Красиво, да? Знаешь, я долго и мучительно думал, имею ли я право тебя судить. Я ведь тоже не ангел, у меня свои грехи есть. Ну и к чему пришел? Марина Семеновна, Матвей. Я думаю, что имею. Даже не думаю, а уверен, я тебя уничтожу, как гада ядовитого, понял? Ну да. Да. Доказательств маловато, но, в принципе… Ничего, будут. Ты будешь меня мучить сакраментальным, как я докатился до такой жизни? Не вижу смысла. Вот и хорошо. Сэкономим время. Тогда позволь, я отвечу на то, что тебя так мучает. Ну почему я тебя поддерживал, помогал, называл своим другом? Почему я не боюсь признаться тебе в своих грехах? Почему я до сих пор зову тебя работать с собой? М? Ты что, идиот? Ты действительно думаешь, что мы сможем работать вместе? Сможем. М-м. Сможем. Да? Ты знаешь, я никогда не хотел быть врачом. Родители настояли. Я хотел быть банкиром, зарабатывать много денег и безопасно, но вопрос цены. Так трогательно, я сейчас заплачу прям. Может, ближе к делу? Да, извини. Ты знаешь, почему на меня за последние годы не поступило ни одной серьезной жалобы, почему я был вежлив и обходителен? Потому что у меня была своя мечта, я хотел свою скорую помощь. И вот нашлись люди, которые готовы эту мечту осуществить. Но деньги – это не главное. Мне нужен был партнер, напарник, правая рука. Ты бредишь, что ли? Ты что, действительно думал, что я буду вместе с тобой шантажировать клиентов и старушек убивать, да? Ты знаешь, я давно к тебе приглядываюсь, и мне очень нравилось, что ты умеешь плевать на всех и на все. Что ты умеешь пренебрегать законами и правилами. Но при этом я понимал, ты честный человек, независимый. Что называется, человек с твердыми принципами. Но ты сорвался. Да? Ты разрушил свою семью. Тебе негде жить. А вся эта история с Матвеем, если ей дать ход, это опять бросит тень на твою репутацию. А если еще узнать про пропавшие ампулы? Так что, Олежа, как ни крути, я твоя единственная опора. Я
тот человек, который поможет склеить тебе твою никчемную жизнь. Моя никчемная жизнь уйдет на то, чтобы уничтожить тебя, Игорь, понял? Вопрос цены, Олежа. Какой цены? Как далеко ты готов зайти и кем или чем ты готов пожертвовать? Пожертвовать? А у меня ничего нет, ты же сам сказал, я голый. Ошибаешься. Король тоже бывает голым. Твоя репутация, уважение твоей семьи – вот та корона, которую ты несешь. Но это вот тебе у меня не отнять. Ошибаешься. Что ты хочешь этим сказать? Видишь вон то здание? И чего? Учиться, учиться, еще раз учиться. Разве эта истина напрямую не касается тебя, а? Диплом врача. Какая прекрасная цель. Ты ее заслужил, даже если не достиг, не правда ли? Вопрос цены, Олег. Спроси себя, готов ли ты в борьбе со мной уничтожить прежде всего себя? Я жду тебя с трудовой книжкой. Получилось, что после развала Союза нам нужно было в Россию возвращаться. А мы на Кавказе жили, на Украине, в Казахстане. Папину часть перевели в Новосибирск. Я там школу закончил, поступил в медицинский. Я как-то с детства врачом мечтал быть. Меня с первого курса чуть не отчислили за хорошее поведение. Вот. Но я учился хорошо. Действительно хорошо, без кавычек. Так что оставили. 5,5 лет я проучился, нормально, вдруг мама умерла, неожиданно. Папа заболел сразу, мне пришлось учебу бросать. Потому что надо было зарабатывать, надо было отца лечить. Ну, я академию взял, пошел работать туда-сюда. Ну, единственное, что устроился в больницу, там, рядом с домом. Фельдшером ассистировал на операциях, чтобы квалификацию не терять. Угу, молодец. Ну, а куда деваться-то? Вот. Ну, тут повестка приходит из армии. Ну, как раз вторая чеченская началась, и мы решили с папой, что надо ехать туда. Ну, в медицинскую часть, естественно. Он позвонил своему знакомому, полковнику Замятину, Сергею. Ну, тот сказал, какие документы надо собрать. Ну, за недельку собрали, и поехал я, молодой, красивый. Вот он, Замятин. Угу. Представляешь, первый день на Кавказе, я даже не в штате, и сразу попадаю в полную задницу. Какой-то бой был под Ханкалой, нам раненых везли всю ночь. На автобусах, на вертолетах. Хирургов не хватает, все бегают, носятся. И я сам не заметил, как у меня скальпель в руках оказался. А у меня опыта никакого, ни практики, ничего, но только теоретические знания какие-то. В общем, сам не понимаю, как я справился. И 3 человек в ту ночь прооперировал. Это что? Да. Не было выхода другого, иначе погибли бы ребята. Ну вот, а потом генерал приехал утром какой-то. И всех хирургов под награждение. Ну и раз всех, значит, и меня тоже. И ты вот этот орден получил? Не, это не орден, это медаль. Mm. Вот. А орден я потом получил уже, через год. Вот он. Ой, какой? Да, никакой, обычный. Вот. Правда, я эту медаль не обрадовался совсем. Почему? Ну, как почему? Я ж честный был. Я возьми и ляпни. Товарищ генерал, я же не в штате. Ну, за что мне медаль-то? Мне же не за что. Это вон они герои, а он говорит, как? А он строгий, суровый, все по уставу. Давай на полковника орать, незаметно. Как? Почему у тебя полковник не по уставу, чтобы завтра же оформить ему документы? Иначе, а если бы он узнал, что я не хирург, вообще бы с полковника погоны улетели сразу. Слушай, ну как это может быть? Ты же спас 3 жизни. Ну, Аринушка, по-человечески так выходит. А по-армейски это получается строгое нарушение военного устава со стороны полковника. Вот так вот. Так что, получается, я одни жизни спас, а другую подставил. Очень сильно причем. В общем, чего делать непонятно, ситуация патовая. Потому что зачислить в штат меня нельзя, у меня диплома нет. Не зачислить тоже нельзя, потому что генерал приказал ему лично об исполнении доложить. Ну, в общем, мы вот Замятину посоветовались, отцу позвонили. И он мне прислал. Вот это вот диплом. Фальшивый, конечно. В общем, я думал, что Замятин меня сошлет в окопы, в солдаты. Он меня вцепился ни на минуту, от тебя не отпускал. Ну, в общем, сама понимаешь, в таких условиях я за 2 месяца интернатуру с ординатурой прошел. Игорь,
Как давно мы с тобой знакомы? 6 лет, Алексей Алексеевич. С того момента, как я пришел на скорую работать. Помню, помню. Ты был тогда совсем зеленым. Имел представления, идеалы. Да, спасибо, что вовремя наставили на путь истинный. А ты был способным учеником. Всего-то надо было иметь для себя представление. Кому мы открываем дверь? От кого ждем помощи? Кому рассказываем все свои секреты? Врачу и только врачу. И это вовремя ты понял. Я старался, Алексей Алексеевич. Я это ценю, Игорь. Я помню, кто помог нам вычислить кабана, эту грязную крысу. А сколько денег мы заработали на той информации, которую слила нам твоя Марина? В общем, я долго думал и принял окончательное решение по твоему проекту. В общем так, с завтрашнего дня я открываю тебе финансирование. Заказываю любую технику, оборудование, все, что нужно для скорой. Странная все-таки штука жизни, Аринушка. Я никогда в жизни не врал. Ни себе, ни другим, никогда. Один раз в жизни соврал, и то потому, что надо было, не было выхода, и все. Меня с тех пор совесть мучает. Я каждый день думаю, а что, если узнают на работе, что я совершил подлог? Ну, Сенцов, конечно, Игорь, конечно. Слушай, а нельзя это как-то, ну, уладить? А как ты уладишь, Аринушка, понимаешь, врач без диплома – это подсудное дело. Получается, что я людей обманул всю жизнь. Я подставлю и Замятина, и Райских, и всех, кто мне помогал когда-нибудь. А дочке как в глаза я смотреть буду. Папа врач не настоящий. Вот получается, что я у Сенцова на крючке, понимаешь, что или я иду к нему в частную скорую, или все, прощай, работа. А для меня это вся жизнь. Алло, да, я слушаю. Да-да, слушаю. Жень, ты с ума сошла? Я уже уволился. Сенцов, ты обнаглел. Да я тебе не Женя, а Евгения Владимировна. Да, не понял. Я повторяю. Самарина нет, Моисеев болеет, Сафонова в декрете. Так что, если ты не выйдешь сегодня на сутки, я тебе обходной не подпишу. Да-да, конечно, я сейчас приеду. Достала ты меня, Райская! Олежек, выйди, подсоби мне малость, а? Сейчас иду. Чего помочь-то? Вот, иди посмотри. Ну вот. Так. Понятно. Совет в филях собрала. В твоем телефоне я нашла номер Михалыча. Он позвонил остальным. Зачем? Ну, как зачем? Ну... И что, они в курсе? Ну, в общих чертах. Олег, вы меня извините, Олег. Ну, послушай, ты, если нас не уважаешь, можешь уйти, конечно. Но если ты себя хоть капельку уважаешь, вернись, пожалуйста, за стол. Олежек, ну люди пришли к тебе. Давайте, вещайте, чего пришли. У меня времени мало только. Олег. Самара, ты идиот. Тоже мне новость. Нет, это какая-то клиника. Жень. Просто. Ты чего испугался? Что мы тебя осудим, что мы тебя не поймем. И это все из-за какой-то бумажки. Да ты пойми, что ко мне приходят такие... Дебилы. С дипломами. Их потом 10 лет приходится переучивать. Таким, как ты. Подожди, Олежек. Ты скажи, ты что, из-за этого не пошел ко мне работать? Неужели ты не понимаешь, что ты настоящий хирург? Ты хирург от Бога. В том-то и дело, что не настоящий. Да нет, ну если речь идет о дипломе, то ну, мы решим эту проблему, в конце концов. А самое главное сейчас взять за жабры Сенцова, чтобы молчал, как рыба. С
Слушай, ну я до сих пор в себя прийти не могу. Я же его еще всем пример ставила. Прям дрожь по всему телу. Господи, боже мой, он же у меня вчера на сутки пошел. Как бы не натворил чего. А кто в паре, Барабаш? Ну, конечно. Ильин Павлович, а что там с Антониной Семеновной? Увы, Олежек, вскрытие ничего подозрительного не показало, а результат токсикологической экспертизы отрицательный. Я тут, кстати, навел справки. Эта Анушка, соседка Семеновна, училась с Сенцовым в одной школе. Ну и что? Что это нам дает? Можем так дело пришить как-то? Ну, не особо. Ну вот, получается, что доказухи у нас нет никакой. А Марина? Я думаю, она даже под пистолетом показания не даст. Знаешь что, Жень, можно тебя попросить? Позвони Рите, узнай для меня домашний адрес Сенцова. А что это вы задумали? Да вы не переживайте, Ильин Павлович, все будет нормально, вам лучше не знать. Михалыч, ты смотри, что он там себе не придумал, ты будь рядом, глаз с него не спускай. Да куда он без меня-то? Евгения Владимировна, а когда все это утрясется, он же к вам на работу вернется? Михалыч. Да я его вторую неделю жду. А он ко мне хирургом пойдет, да, Жень? Ну, это мы еще посмотрим. Ладно, поехали, поехали. Пока. Ну, пока. Счастливо, всего доброго. Пока. Держи, Вень. Ты знаешь, он все-таки... Прекрасный человек. Да. Да, Олег, ты? Барабаш, слушай меня. Ты сегодня с Сенцовым дежуришь, да? Лен, ну чё молчишь? Да, он тут. Барабаш, нужны ключи от квартиры, от его, да? Как я их достану? Я не знаю, как, придумай как. Ленусик, я тебя прошу, ладно? Нужны ключи сегодня, к вечеру. Хорошо, хорошо, я все сделаю. Только будь осторожна. Да я понимаю, что надо быть осторожной. Звони мне сразу, ладно? Все, давай, целую. Ага. Здорово, Лех. Ага, здорово. Здорово. Ты как? Чё, как нога не беспокоит? Ковыляю, как видишь. Чё, по Шишкареву есть зацепки у вас? Да какое там? У него еще адвокат новый. Романов такой, слыхал? Теперь к нему вообще не подступиться. Слыхал, слыхал. Слушай, а чем он занимается, Шишкарев? Какой бизнес у него? Ну, из легального перевозки, торговля. Из криминала оружие в основном. А старушку он мог бы замочить? Ну, за квартиру, допустим. Кто? Шишкарев, шутишь? А почему абсолютно нет? Исключена. Почему? Ну, во-первых, это не его уровень. Во-вторых, Шишкарев законник старой закалки. И чего это значит? А это значит, что ни женщин, ни детей, ни стариков принципиально не трогает. А, благородно? Ага. Ага. Ну, а если это, допустим, инициатива снизу? Хотел бы я посмотреть на этого инициатора. Шишак быстро бы ему всю инициалку-то отбил, а? Ладно, Самар, вот, принес тебе, что просил. Спасибо, Лёха, вручаешь. Не знаю, зачем тебе понадобился этот жучок, но, надеюсь, все ограничится только неверными женами, да? Да, с этим-то у меня нет проблем. Ну, ладно. Береги себя. Поправляйся, спасибо. А. Самар, а? В курсе меня держи, если что. Будь добру. Отелло. Лен, ты с нами? Ну, как хочешь. А мы с Виталиком пойдем что-нибудь перекусим.
Черт, ты меня напугал. Ну, конечно, благодаря Ленке. Прокатали в пластилине. Вот, полный набор ключей Сенцова. Отличненько, отличненько. Ну же, пошли. Пошли. Стой, стой, стой. Все должно быть по инструкции. Перед каждой операцией нужно надевать перчатки, правильно? Да, я буду как доктор. То, что доктор прописал. Извини. Да не важно, главное, чтобы пальцев не было. Да. Скромно живет доктор скорой. Нормальненько. Ну что? Небогато. Хорошо, что мебели мало. И книг практически нет. С книгами больше всего возни. Их там листать каждую страницу нужно проверить. А ты читать их не пробовал? Давай разделимся. Ты здесь, а я наверху посмотрю. Давай. Поехали. Поехали. Что такое? Ёлки-палки. Чемоданчик в спальне прятал, а? Ну что? Подожди. Ну что? Опа. А вот это интересно. Что это? Я, кажется, понимаю теперь, как Антонина Семеновна умерла. Угу. Это релаксант короткого действия. В аптеке такой не купишь. Его применяют для расслабления мышц. Если с дозы перебрать, пациент просто перестает дышать, понимаешь? То есть в условиях реанимации это не страшно, но без искусственной вентиляции легких пациенту кирдык. Он просто не дышит. То есть мы можем эту ампулку отнести в полицию? Мы не можем. Эту ампулку отнести в полицию, потому что препарат выводится через 2 часа, его при вскрытии обнаружить невозможно. Ладно, Михалыч, давай, иди ищи дальше. Это кто, это Сенцов, что ли? Какой Сенцов? У него же ключ есть. А кто тогда? А ладно, давай пойду посмотрю в глазок, может, менты. Типун тебе на язык. Глазок до конца не открывай. С Леной утром приехал, а потом она мне скинула адрес и сказала сюда подъехать. Зачем? Ну, как помочь вам с компьютером, вы же в нем не в зуб ногой. А позвонить предварительно тебе не сказала, нет? А, сказала, но я забыл. Так а зачем? Вы же все равно дома. Ой-ой-ой. Дай бы тебе по шее. Ну, проходи, давай, помогай, коль приехал. Только руками ничего не трогай. Осторожно. Ты что, пойдешь? Опа. Ну, поехали.
Олег, а? Ты смотри, а? Сенцов коммерческую скорую собирается открывать на деньги структур Шишкарева. Вот. Ну, кто бы сомневался-то, а? Чего там, Митяй? А, я запустил программу, она сейчас взломает пароль. Молодец, Митяй. Слушай, а ты не переживаешь, что ты в чужой квартире? Раз Лен сказал, то не переживаю. Ух ты, вот она сила любви, Михалыч. Видал как? Ну ладно, смотри, если что, скажешь, что думал, что был у меня, понял? Хорошо. Олег, а что мы конкретно ищем? Да я не знаю, что-нибудь подозрительное, все, что-нибудь интересное. Ничего себе, тут вон одних фоток гигов на 100. Слушай, я в этом ни хрена не понимаю, качай, что есть, а там дома разберемся. Да? Правильно. Понял, сделаем. Матерь Божья, да это только на всю голову больной может такое коллекционировать. Вот наша авария. Вот тюрьма, куда мы с Сенцовым ездили. Слушай, одного не могу понять, как Рэм информацию на волю передал? Как? Ну, много способов. Ну как? Ну что, что он сделал? Не кровью же он на полу написал? А это чего? Ну-ка, стой. Стой. Смотри, какой натюрморт, Михалыч. Интересный. Ну, фрукты. Ну, фрукты. Ну, не просто фрукты. Смотри, как лежат ровно. Можешь увеличить? Увеличь. Киви, апельсин, банан, апельсин. Персик. Киви, апельсин, банан. Не, ну, они явно не просто так лежат. Слушай, в поэзии есть такое понятие, акростих называется. Это когда первые буквы в каждом слове, в каждой строчке, из них составляется фраза. Угу. Или слово. Ну, понятно. Если так попробовать, что получается? Киви, ка. Киви, апельсин. Ка, банан, кабаб. Кабаб. Да, подождите. Да это не персик, это ж нектарин. Персики, они ж мохнатые. А, нектарин? Ну. Тогда Н. Кабан. 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 Ты понял, Михалыч? Кабан! Блин! Как просто-то, а? Вот ты понял, как он? Ёлки-палки. Кабан. Короче, Антон, давай так, пришли мне все цены на мыло, я потом посмотрю. Да, договорились, все, пока. Да что ж такое-то, не минуты покоя. Да! Егор, извини, мы вчера с тобой как расстались, я до документов так и не добрался. Ну, на работу вызвали по старым грехам. Давай ты ко мне сейчас подскочишь, я тебе все отдам. Давай. Я буду минут через 5. Все, договорились, пока. Включай сирену. Да, Лен? Чего-чего, не слышно ничего. Сирена какая-то. Что? Понял. Ну, чего? Через 5 минут Сенцов будет тут. Собираемся быстро. Бегом, собирайся, забирай шмотки свои. Дмитрий, ничего не забывай, ничего не оставляй. Только без паники. Сейчас все успеем. Спокойно. Успеем скопировать. Подъезжают, уходят. Сейчас, Михалыч, ну, чуть-чуть осталось. Давай, ну. Все, успеем. Митя, нет, ты что? Это ж Фотик! Ну, что ты делаешь, а? Я тебе не сказал. Все, уходим.
Можно фотку убрать, мальчонка? Можно. Нужен специальный кабель и время. Прекрасно просто. Молодец. Все, забирай свой барахло, загрузилось все. Уходим, уходим. Ну? Сейчас, сейчас. Все, все, пошли, 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 пошли. Какого черта ты ее схватил? Не знаю, стресс хотел снять. Стресс? Ты понимаешь, что у него моя рожа теперь в компьютере? Олег, ну я же не знал. А думать башкой, а? Послушай, чего ты сам тогда ее не забрал? Вот он сейчас пришел домой, видит, что зажигалки нет. И дальше что? Он же ушел, он подозрительный, понимаешь? Он же сотрет напрочь все из компьютера. А так хоть есть шанс хоть какой-то, что что-то останется. Что он не сразу будет смотреть фотки с зажигалки. Да откуда мы знаем? Может, он прямо сейчас их рассматривает? Егор, привет. Вот документы, как Алексей Алексеевич просил, и зажигалка. Шиндец, просто шиндец. Все, Митя. Спасибо тебе большое. Давай, иди. Нам тут еще кое-что нужно. Куда? Куда? И по лестнице, по лестнице. Ну? Чего ну? Я думал, у нас время есть. Неделя, день, хоть сколько-нибудь. А тут счет на часы, на минуты идет. Все. Ну, знаешь... Знаешь рожу Шака, когда он меня увидит там? Хорошо. Что мы можем успеть сделать? Не знаю, не знаю. Подожди, есть идея. Ночь рискованная. Ночью или пан, или пропал. Вот. Да, Олег, привет. Чего ты хотел? Оль, слушай, Олечка, по старой дружбе помоги, пожалуйста. Нужен телефон одного клиента, Романова. Ну, очень надо, пожалуйста, помоги. Правда надо. Только он сам об этом знать не должен, слышали? Подожди, ты что, хочешь, чтобы я залезла к нему в мобильник? Нет, Олег, я так не могу. Ну, я понимаю, да, вопрос жизни и смерти, как обычно. Нет, Олег, я знаю, преувеличивать ты умеешь. Да ну, естественно. Подожди, послушай, слушай. Давай так, я попробую что-нибудь узнать и сброшу тебе СМС, ладно? Давай, спасибо большое. А, целую. Все, все будет. Пойдем, сейчас выясню. Это ты мне звонил? Ой, здрасте. Ну, я. Че улыбишься? Ну, че, кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется. Правильно? Телефон мой кто тебе дал? Ну, кто ищет, тот всегда найдет. У тебя ровно минута. Говори, что надо. Благодарю вас. Во-первых, хочу сказать, что я в курсе ваших планов с Игорем Сенцовым. Хочу предупредить, что он не лучший бизнес-партнер. Предлагаю вместо него себя. Во-первых, у меня опыт, репутация, связи. Во-вторых, Игорь просто... Что с Сенцовым не так? По
последнее время он совершил несколько серьезных ошибок, и за него взялись менты. А вы же прекрасно понимаете, что в таком щепетильном деле, как скорая помощь, внимание со стороны органов внутренних дел просто губительно для проекта. Че ты мелешь, какие ошибки? Ошибки? Я сказал ошибки, ну извините, не ошибки, преступления. Просто преступление. Во-первых, Сенцов, что твой Раскольников пришил старушку, причем не просто так, а за квартиру. Я не думаю, что это было сделано с вашей санкцией. А во-вторых? А во-вторых, киви, апельсин, банан. Ну, по вашей реакции я вижу, что можно не продолжать. О нашем разговоре забудь. Жди звонка. Свяжусь с тобой через пару дней. Хорошо, спасибо большое. До свидания. И чем занят мой дорогой дизайнер? Подбирает растения для нашей альпийской горки? Зачем ты интересуешься моим клиентом? Твой клиент? Кто? Вот этот бандит? Ну да. Репутация у Шишкарева, скажем, неоднозначная. Ах, неоднозначная? Он убийца, Илья. Бандит. И как с ним можно иметь дело, я не понимаю. Оля, я прошу тебя, не начинай. Это моя работа. Ну вот, скажем, Олег, он что, только хороших людей лечит? Пожалуйста, не надо путать, это совсем другое. Ну хорошо, я не понял, объясни мне. Подожди. Да, Алексей Алексеевич. Слышишь меня хорошо? Хорошо. Ты мне срочно нужен. Хорошо, я скоро буду у вас. И ты поедешь. После нашего разговора ты поедешь. Оля, это моя работа. Послушай. Да к черту такую работу! Он убийца и все, убийца. Ольга, да если бы я всю жизнь помогал только таким, как ты, я бы никогда не заработал ни на твои альпийские горки, не говоря уже о своем доме. Тебе это понятно? Мне понятно. Мне все понятно, Илья. Я, оказывается, совсем тебя не знаю. Оля! Оля! Мне все понятно. Доктор прибыл. Ну все, довели Сенцова до подъезда. Думаешь, они придут за Сенцовым? Кто? Ну, шишаковцы эти. Ну, конечно, придут, даже не сомневаюсь после нашего разговора. Так, тихо. А что оборудование? Нет, нет, оборудование мы будем брать в лизинг, нам так удобнее. Да, да. Слушай, подожди, я сейчас дверь открою и тебе перезвоню. Угу. Сейчас посмотрим, как твое оборудование в лизинге работает. Да, это я опять. Я уже думал. Проценты? Подожди, нет, о процентах пока. Я перезвоню. Что там, что? Говорил про какие-то проценты, теперь молчит. Егор? А ты как здесь? Он не один в квартире. Группа вперед. Тебе Шишак привет передавал. Полиция! Полиция! Быстро!
чисто. Чемоданы, быстро, быстро! Бегом! Самара. Привет. Здорово. Сначала подставил, потом спас. В твоем духе. Все равно спасибо тебе. Да не за что. Олег, насчет твоего диплома. Ты ж понимаешь, что я никому. Ну, спасибо. Ну что, Игорек, поговорим? Поговорим. Значит, расклад такой. Сенцов понимает, что без нашей защиты ему не жить. Поэтому он согласился дать показания. Так что Шишкарёв, кранты. Ни один адвокат его уже не вытащит. Так получается, все закончилось? Думаю, да. На задержание Шишака уже выехали. Ну, чего ты? Слышь, Михалыч, что за Шишаком выехали? Да? Да. Подожди. Отлично. Все, ребят, взяли нашего Шишкарева. Да подожди ты радоваться. Ну, во-первых, пусть все вначале действительно закончится. Давай, ладно. Олег. А чего, уже все во-вторых, закончилось. Ну, что нам спасибо? Тут вообще многие постарались. Так что с тебя причитается. Не вопрос. Мужики, спасибо вам большое. Что у меня дело было? Да ладно, перестань, чего ты. Леша. Алена. Здорово, привет. Самара. Здорово. О, привет. Здорово, здорово, Олег, девочки. Здорово. Здорово, солдат. Не забрали тебя еще? Нет. Здорово. Ты где пропадал? Ты залетный. Залетал. Смотри, сколько народу собралось. Не будешь речь толкать на машине? Нет, речи не будет. Нет, нет, нет. А что ты? А чего? Ну, не подготовился, не писал. Рома. Здорово. Привет, Самара. Здорово, Светлана. Здорово, красотка. Давайте, пошли работать все. Здорово еще раз. Бывай. Иди, иди. Быть добру. Да. Быть добру. Как ты был невоспитанный человек, так и остался. Михалыч. С возвращением. Ритуля, ну что там у нас? Что? Михалыч, аккуратно. Я поработаю. Поработаем, поработаем. Все? Все. Готов? Готов. С кем в паре будешь работать? На какое меню? С Леной, я думаю, да? Лена. Лена, мое любимое блюдо. Кстати, вот она. Здрасте. Ну? Ну, я сейчас с ней поговорю сам, ладно? Хорошо. Привет, Лен. Привет. Как все прошло? Спасибо, хорошо все. Че ты такая грустная? Митя вчера меня в ресторан пригласил. Ну, так это же здорово. Подарил кольцо с бриллиантом. Ну, это не с бриллиантом, с бриллиантиком. Я тебе говорил, что все этим закончится. Я тебя предупреждал. В общем, и сделал мне предложение. Перенервничал, наверное. Зажигалка не щелкал. Олег, я серьезно. Нет, я тоже серьезно. Чего ты не хочешь замуж за него? Чего ты переживаешь? Не знаю. Хочу, наверное. Почему, наверное? Он хороший парень. Ну, просто я не знаю, гепатит у меня или нет, что я Мите отвечу. Простите мне мою навязчивость. Добрый день. Здравствуйте, Венин Павлович. Здравствуйте. Конечно, все это можно было как-то обставить иначе, но раз уж вы здесь, Леночка, вот ваши анализы. Гемоглобин 13, это хорошо. Лейкоциты, эритроциты
в норме. Количество... Ну, Венин Павлович, ну, можно покороче? Ну, пожалуйста. Покороче? Короче. Пляши, Леночка, нет у тебя никакого гепатита. Это правда? Ну, если вы не доверяете моей квалификации... Доверяем, доверяем, Венин Павлович, спасибо большое! Ну, видишь, а ты боялась. Так, знаешь, дело не в гепатите все-таки. Леночка, прости, пожалуйста, что так все получилось. Поверь, я тебя очень, очень люблю. Очень ценю как друга, как человека, как барабаш. Моя единственная, неповторимая барабаш. Ну, я никогда не думал, что скажу это. Ты сегодня шел на смену, я представить себе не мог, что тебя не будет рядом. Ну, в смысле личного ничего не получится у нас. Прости, Ленка, прости. Прости. Да я все понимаю. Прости. Да, Оля, я слушаю. Олег, я не спала сегодня всю ночь. И думала, решил позвонить тебе. Я очень рад твоему звонку, Оль. Да. Я думала, что нам нужно поговорить о Насте и о нас с тобой поговорить обязательно. Хорошо, поговорим обязательно. Оль, ответь мне на один вопрос. У нас есть шанс с тобой, а? Хотя бы маленький, малюсенький есть? Я думаю, есть, Олег. Сейчас не очень могу говорить. Я после смены закончу и приеду к тебе сразу. Дождешься меня, ладно? Дождешься меня? Я обязательно тебя дождусь. Я тебя очень буду ждать, Олег. Хорошо. 7-я бригада. Срочный выезд. Староконюшенный, дом 15. И Самара. Быть добру. Самара! По матрешкам. Срочный вызов. Есть по матрешкам. Ну, хватит. Михалыч, как я соскучился по этим словам. Че грустное такое? А давненько мы ревун не включали, а? Давай разбудим ее. Чего? Имеем право. Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть.